Решение Железнодорожного районного суда 9 октября 2018 года оставить без изменения апелляционную жалобу ответчика Алтайского краевого союза организаций профсоюзов без удовлетворения. Дворец спорта закрыт с лета. Комиссия МЧС и прокуратура выявили в здании ряд серьезных нарушений правил пожарной безопасности. В результате, по решению Железнодорожного районного суда, дворец закрыли. В октябре Крайсовпроф уже пытался доказать в суде, что основные нарушения устранены, но вердикт остался в силе. Сегодняшнее рассмотрение апелляционной жалобы ситуацию не изменило. Между тем, закрытие спортивного объекта привело к тому, что юные хоккеисты вынуждены тренироваться в карантин-арене, которая находится на другом конце города, и добираться куда многим неудобно. Добавим, сегодняшний вердикт суда уже третий по счету не в пользу Крайсовпрофа. Теперь у владельца здания есть полгода для подачи кассационной жалобы или обращения в президиум Верховного суда. Отметим также, что прежде власти края заявляли о планах забрать и реконструировать за свой счет дворец зрелища спорта.